Всем привет, с вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Это пустые баночки, даже не буду говорить недели или месяца, просто закончилась, набралась коробочкой, я решила отснять видео. Итак, давайте же с вами начнем с самого начала. Это, во-первых, такие вот тени, даже меня видно, да? Не очень старые, приобретены 2, по-моему, года назад. Вот, артикул 5149, такие вот они идут, очень симпатичные, очень классные тени. Они, по-моему, даже должны быть у нас с вами в наличии. Так, самый темный синий забыла. Ой, немножечко, да. Они более мягкие, чем сейчас, чем новый вариант. Я вам их сейчас сделаю вот так вот, да. То есть вы посмотрите, просто отличные тени. Смотрите, какая пигментация, сколько перенеслось. Да, сколько перенеслось и сколько еще осталось на руке, это просто сказка какая-то, да, это очень классные тени, если они есть и вам подходят данные оттенки, берите, не сомневайтесь. Вот, сейчас я пользуюсь новыми тенями, сейчас воспользуюсь салфеточкой, вот, да, смываются они, как вы видите, тоже великолепно. Мгновенно, и они не крошатся, и ничего, и ничего, да, то есть просто великолепные. Сейчас вот у меня 3 мои дорогие любимые палеточки моих теней идут. Значит, первая палеточка вот такая вот, да, спонжиком я не пользуюсь, сразу вам говорю. Я этими тенями пользуюсь практически всегда, каждый день, но они очень-очень долгоиграющие, эти тени, и мне их хватает на очень долго. Итак, давайте же с вами возьмем сейчас, так, все ли у меня, все ли у меня руки чистые, да? Да, давайте с вами возьмем сейчас с них вот такая вот красота у этих теней, мне не очень нравится. Действительно стоящая вещь, да, это вот эти тени, это вот эти, действительно суперские. Так, куда-то бы мне их поместить сейчас, да, очень хорошо, да, как вы видите, переносится кисточкой, тоже хорошо переносится, да, то есть их можно наносить влажным, сухим, любым способом, каким вам захочется. Артикул 5625. Кисточкой, я считаю, которая тут есть, мне она не нравится нисколечко, поэтому я ее сразу же, грубо говоря, теряю. Где бы она ни была, я ее теряю, если честно. Вот, и вот эти тени я люблю, но они идут с зеленоватым оттеночком. Я же все-таки человек немножечко не зелеными глазами, поэтому я еще вот такие себе тени переобрела взамен вот этих, которые потеряла, потом нашла. Я считаю их старыми, поэтому выкидываю. Да, то есть давайте с вами опять сделаем. Да, вот смотрите, какие они насыщенные, какие они крутые. Кому-то они кажутся слишком яркими, но я от этих теней реально без ума. Они просто суперские, они супер пигментированные. Они очень классно наносятся, да. То есть вот, видите, я и сюда нанесла хороший такой слой, и на пальцы они остались. Вот, тоже можно наносить влажным сухим способом. Тени просто классные. Да, как вы видите, просто их вам хватит, ну, я не знаю, лет на 5, наверное. Вот такая красота, как вы видите. Так, увеличить бы их вам, да, получше. Действительно шикарные. Вот, вот эти тени я всем рекомендую. Тени Аскалин. Нормально, могу ими пользоваться, но они у меня быстро заканчиваются. Я такой человек. Для меня макияж без теней — это не макияж. Да, то есть я очень много уделяю внимания именно глазам. Не люблю выделять губы. Вот, поэтому как бы я быстро нашла замену. Это у меня сломала дочка, потому что вот так вот прямо сделала их сильно-сильно, и у меня все отломилось, сломалось. Это моя палета для бровей. Так, сейчас назову артикул.
Так, артикул 5466, она тоже, как вы видите, долгоиграющая. Я ее очень давно заказывала, очень давно показывала в обзорах. Это у меня идет как база на глаза под макияж. Это уже более темный оттеночек. И повседневно я пользуюсь именно этими тенями. Именно они мне нравятся. Вот, поэтому давайте с вами смотреть. Вот такие вот тени. Да, то есть матовые, вот такие вот классные, практически черные, но они тут с коричневого. Вот такие вот тени. Вот. И вот, грубо говоря, что-то типа хайлайтера. Этот хайлайтер, он как раз прям точь-в-точь под мой цвет лица идет, поэтому я, если честно, не могу вам сказать, что он у вас будет заметен, поэтому уголки глаз я часто оттеняю именно из голубой палитры тенями. Там они, конечно, мерцают, блестят, еще что-то, да, то есть они красивые. Вот, вот это вот мой ежедневный макияж. Я им делаю и глаза, и брови, и могу подделать скулы немножечко, да, вот этим вот оттеночком. И палетка тоже получается долгоиграющая, но вот смотрите, как она переносится, да, вот светлый оттеночек, вот потемнее, да, то есть вот самый темный, и вот этот вот, который идет под базу, под макияж. Тени люблю, уважаю все эти трое, вот это буду перезаказывать, потому что вот так вот, видите, потому что с собой в дорогу это чудо в перьях теперь не взять, благодаря моей маленькой дочке. Но я считаю, что ругать ребенка не стоит. Я сама виновата, что оставила. Сама виновата, что оставила. Поэтому смысла ругать мою малышку нет нисколько, я считаю. И поэтому просто закажу новые, а эти у меня будут дома в столе. Вот такая вот красота. Жалко прощаться с тенями, но им действительно более 2 лет. Я их просто выкину, потому что у них уже срок, наверное, вышел. Далее, коралловый кальций. Это уже идет влог про здоровье. Да, то есть это идет как минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Чем она мне нравится? То есть она имеет в составе коралловый песок и серебро. Да, давайте я вам сфокусирую. Тут есть способ применения. Пожалуйста, можете поставить на паузу, почитать применение. А я же вам про него расскажу. Он немножечко меняет вкус воды, делает качество воды намного лучше и восстанавливает водно-солевой баланс организма. Также способствует насыщению крови кислородом и нормализации уровня сахара в крови. Также активизирует усвоение биоактивных веществ, в том числе и кальция. Тут идет 12 сантиметров по 1 грамму, и кондиционированную воду можно использовать для питья, приготовления еды, чая, кофе. Воду, обогащенную коралловым кальцием, можно принимать без ограничений. Излишки жидкости выводятся естественным путем. Минеральная композиция не вызывает побочных эффектов. Я уже не помню, сколько лет мы пьем. Раньше она была в другой упаковке. Это, грубо говоря, новинка. Несколько каталогов назад вышла. Что хочется сказать про него, это то, что я стала действительно лучше себя чувствовать. И я довольна этой вещью. И мне нравится. Там идет такой пакетичек. Этот пакетик нужно ложить на 1,5 литра. И через 40 минут целебный напиток готов. То есть этот пакетик не нужно раскрывать. Да, то есть прямо в пакетике кидать. К нам приходит бутыль. Приходит бутыли с водой. Примерно по 19 с чем-то литров. И нам этой бутыли хватает где-то на 3 дня. Поэтому вот этого вот... Я всю эту упаковку просто скидываю, открываю, скидываю в бутыль, и через 40 минут уже целебный напиточек готов. И мы пьем только такую воду вот с таким вот кальцием. Он еще там как-то нейтрализует вредные вещества в воде и так далее, да, то есть, вот, значит, состав коралловый песок и серебро. Вот такая вот классная вещица. Мне понравилось. Следующее, о чем бы мне с вами хотелось поговорить, это вот о такой вот маске. Это идет серия Platinum от компании Faberlic. Просто шикарная ночная маска. Эта маска была победителем
забыла, как называется награда, но какой-то вот такой вот действенный, какая-то вот действенная такая победа. Сейчас не могу загуглить на сайте, почитать, но она мне очень нравится. Сейчас она идет, акция по обмену, да, то есть вы можете до конца данного каталога, а каталог у нас с вами идет до 12.08, именно до 12.08, мы с вами можем обменять любой крем, который не от компании Faberlic, на крем вот этот вот, да, к примеру. Ну, там много кремов на выбор, но и эту маску тоже можно обменять. И получить вы ее можете за 444 рубля всего лишь, но на самом деле она намного дороже. Да, когда вы ее будете заказывать, если в этом каталоге до 12.08, то вам нужно обязательно принести любой, пусть даже закончившийся тюбик крема не от компании Faberlic, и вы сможете ее урвать за 444 рубля. Эта маска мне очень понравилась, она подтягивает контур лица, уменьшает морщинки, в общем, улучшает цвет лица. Я ее люблю, у меня есть в запасниках еще одна такая же масочка. Она что она делает, да? Во-первых, она идет 50 мл, цена 444 рубля, вот если вы будете в этом каталоге брать. Она глубоко увлажняет кожу, поддерживает водный баланс в течение дня, выравнивает цвет лица, имеет сертификат халяль и очень-очень мне нравится. Вот, значит, она работает таким вот способом, вы выдавливаете, да, там пусто, уже очень пусто, да, это только в насосике немножечко осталось, я специально для вас оставила, и вот так вот наносится, можно нанести поплотнее, потом смыть излишки или еще что-то, но маска действительно шикарная, да, как вы видите, уже билет, у нее очень такой резкий классный аромат, мне он насыщенный, но он мне очень нравится. Значит, маску можно наносить поверх ночного крема массирующими движениями или как самостоятельное средство, дать ей впитаться, не смывать маску, ложиться спать. Утром просто нужно умыться водой и провести привычное очищение кожи и привычный уход за лицом. Применять маску 2-3 раза в неделю. Да, то есть такая вот яркая, вкусная, ароматная красавица. Вот так вот она выглядит. Она уже пустая, я ее вскрывала. Тут стоит какой-то вот такой насосик, который вот это вот пододвигает вперед, но я ее уже сдвинула назад. Да, то есть таким вот образом. Желательно ее не вскрывать до самого конца применения, потому что не надо, чтобы туда попадал кислород. Еще закажу. И еще она у меня есть. И, кстати, маме моей тоже понравилась, свекрови Ираиде Геннадьевне тоже очень понравилось. Далее, вот такой маловлетин выкидываю, 50 мл. Очень долго ругались люди, что его нет на складе. Я увидела, что он есть на складе, сразу же заказала. Это крем, когда объединился Денос с компанией Faberlic. Вот когда, да, то есть с тех времен. У меня от него было раздражение, лицо покраснело, сказали, что у него очень огромный спектр всего-всего-всего, и на что-то у меня вышла вот аллергия, не помню, у дочки на него аллергии не было, но просто уже срок закончился, как бы мы до конца не поняли, что это за чудо-средство, но говорят, что прям чудо из чудес. Так, значит, натуральные масла макадамии тут входили в состав, жажаба, бурити, кедра, маслянистые экстракты конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумие, ионы цинка, меди, витамины Е и Ф. Вот такая вот крутая штука. Он был создан для ухода. Так, очень плохо видно. Он был создан для ухода за кожей лица и тела. Предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток. Вот тут вот, да, повышает жизнеспособность клеток.
активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. В общем, много чего было хорошего написано. Я его заказала, разочаровалась, дочке забоялась давать. Да, такой вот он вот. У меня краснеет с него кожа везде. Сказали, любую царапину, любой прыщик, он просто лечит, он просто крутой, но он мне не подошел. Аромат у него такой мятный был. Вот, не знаю, есть ли он сейчас на складе или нет. Я даже не гуглила, если честно. Прямо не в восторге осталась, потому что... И можно я его скорее удалю, а то вдруг у меня опять что-то покраснеет. Не знаю, не подошел крем нисколько, никак вообще. Хотя аромат, в принципе, приятный. Далее, закончилось у меня вот такой вот несмываемый экспресс-кондиционер. Вещь тоже классная. У меня есть новая версия, да, он идет двухфазный. Тут огромный спектр у него применения, вот, но он вызван, ну, изобретен для сухих, обезвоженных и поврежденных частыми термоукладками волосами, поэтому он мне, наверное, и понравился. Он идет 200 мл, артикул 8966, интенсивно увлажняет волосы, бережно ухаживает за ними, разглаживает поверхность волос, обеспечивает расчесывание укладку, придает волосам блеск и сияние, не утяжеляет их, является отличным антистатиком, предотвращает электризацию волос, несмываемый экспресс-уход. Ну, это такая палочка-выручалочка в моих поездках. Я с собой беру еще вот такой вот для укладок, очень мне нравится, но о нем немножко позже. А вот этот мне нравится всем ароматом, он классный, он крутой. Единственный у него недостаток, как вы видите, он идет двухфазный, я каждый раз забывала его встряхнуть перед применением. То есть его надо встряхнуть. Да, он становится таким бело-голубым, а потом уже вот как бы, как сказать, да, распылять. Да, то есть распыляет он таким вот образом. У него сладкий, классный, приятный аромат, как и у шампуня данной серии. Вот, вещь суперская, беру с собой в поездки, нравится. Ухаживает за волосами хорошо. Так, далее, давайте, уже заикнулась вот про этот Диди спрей уход для волос. Он не ухаживающий, но он идет для защиты волос. Вещь стоящая, 120 мл, артикул у него, так, минутку. А вот артикул 8994, он идет как Диди спрей уход. Многофункциональный несмываемый продукт для придания прикорневого объема с антигравитационным эффектом, так, пролонгированного действия, позволяет создать объемные укладки, обеспечивая волосам полный уход и защиту. Ну, ему я могу хоть оды петь, потому что, ну, попробуйте просто его, нанесите на волосы, потом завейте бигуди, да, грубо говоря, можете на ночь оставить, какие-то мягкие бигуди бывают, еще что-то, и у вас прическа будет реально 2 дня держаться. Я это делала несколько раз перед поездом, да, то есть сначала 11 часов, к примеру, в поезде до Москвы, потом с Москвы еще куда-нибудь на самолете, и вот 2 дня как раз у меня вылетало, и я не была как баба-яга. Это здорово. Укладку он держит, укладку держит хорошо. Значит, что он делает? Придает волосам объем упругости, обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию, надежно защищает волосы при температуре до 220 градусов по Цельсию, снижает ломкость волос во время укладки, препятствует появлению секущихся кончиков, не склеивает волосы, фиксирует без утяжеления, все прям да-да-да. Это уже, наверное, не знаю, флакончик 5 я расходую, потому что придает послушность волосам, снижая пушистость, да, создает глянцевый блеск, да, легко расчесывается, счесывается и смывается, да, действует в течение всего дня, да. Вот такая вот классная вещь. Значит, советы по укладке тут, в принципе, тоже указаны. Перед использованием энергично встряхните флакон и для создания фиксации объема нанесите
нанесите средство на корни вымытых и отжатых полотенцем волос. Расчешите волосы, чтобы лучше распределить продукт. И приступайте к укладке. При попадании в глаза немедленно промойте их водой. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления. Вот такая вот штучка классная. Классная еще есть, но один остался, поэтому я закажу. Скоро начнется череда поездок, и мне надо и на ассамблею его, и в в Бали его надо, да, то есть потом Новые года, дни рождения, у дочери старшей 6 ноября. В общем, этой штукой я пользуюсь, она мне нравится. Далее, волосы, раз уж начали о волосах, вот такой вот жидкий, тоже двухфазный питательный спрей был, это спрей и моей дочери, он у нас стоял в прихожей один на двоих, и вот благополучно все-таки закончился. Долгоиграющий, месяца, наверное, на полтора нам его хватило. Он идет как питательный, то есть каждый день мы им не пользовались. Артикул 8214, обалденный, резкий такой. У него запах органой, пахнет органой, органовым маслом, вот этим вот всем, как вот эта вот серия Salon Care. Да, вот как вы видите, там у меня в конце стоит Salon Care, две упаковочки. Это питательный спрей с комплексом натуральных масел органы, авокадо, абиссинского масла и аргинином, который покрывает волосы невесомой ароматной вуалью, наполняя их блеском и силой. Разглаживает поверхность волос, контролирует пушистость и электризацию, защищает от внешних воздействий. Мне нравится он, волосики делает мягкими, гладкими, ровными, он не делает их склеенными никак, да, то есть вот они чем-то вот похожи между собой, просто вот, может быть, мне не хочется одинаково средствами пользоваться или еще что-то, я не могу даже сказать, какой лучше, да, вот как под настроение, как будто бы, да, вот вот, ну, средства для волос, в связи с тем, что вы недавно видели, у меня выходило видео про одежду, видели мою дочку, хоть мы ей все-таки обрезали волосы, но они у нее все равно длинные остались. Далее, раз уж мы пошли по волосам, вот такие вот вещи. Давайте начнем с моего любимчика. Сухой шампунь. Могу его использовать на второй день, если мне надо куда-то бежать. На самом деле он делает чистые волосы без мытья. Сравнить с какими-то другими марками я не могу. Он как появился в компании Faberlic, я его заказала. Он мне понравился. Понравился друзьям, подругам. Я его тогда помню, что... купила сразу 5 штук. Думаю, потом мне будет наличие. В наличии его не было. И мне даже приходилось 2 штучки из 5 подарить. Потому что у меня друзья, знакомые спрашивали, ну когда. Они у меня все, в принципе, зарегистрированы. Но не могли сделать заказ. И я им подарила вот по одной упаковочке. И потом он уже появился. И сейчас на постоянной основе есть в наличии. 8228 артикул, вещь классная, на темных волосах он белеет, но после расчесывания у вас весь этот белый налет убирается, потому что как-то же ему нужно куда-то девать жир, сало, еще что-то, да, поэтому он белеет, у него приятный такой аромат, он держится на волосах после этого в течение, мне кажется, что всего дня прямо, баллончик под очень сильным прям давлением. Прям стреляет, да, в корни волос. Я тут оставила чуть-чуть. Вроде бы так не болтается, но он есть. Да, то есть вот, закончился. Яркий такой аромат. Цветочно-сладкий такой вот. Хорошая штука. С удовольствием буду пользоваться дальше. У меня еще есть в запасниках 2 штуки. Далее, шампунь. Восстанавливающий для поврежденных волос и бальзам питательный для всех типов волос. Это линейка бессульфатная. Обычно ей пользуются тогда, когда, как вам даже сказать, тогда, когда вы
сделали кератиновые там выпрямления волос или еще что-то, бессульфатные шампуни всегда рекомендуют. Но я ими моюсь просто так. Но, вы знаете, вот если полностью пользоваться вот этой линейкой, то волосы у меня какие-то вот, знаете, такие становятся легкие, пушистые. И не всегда мне нравятся, да. То есть я их потом дорабатываю маслами и спреями, чтобы сделать укладку. Если вот этот шампунь, то он, получается, волосы такие объемные, рассыпчатые такие, грубоватенькие, сильные, да, получается, с умного кератина. И что я сделала? Я начала сочетать эти две серии. Если я пользуюсь вот этим шампунем, то я тогда пользуюсь вот этим бальзамом. И наоборот. Поэтому они у меня заканчиваются, как вы понимаете, заканчиваются таким вот образом, что я пользуюсь, значит, если розовым, то бальзам у меня желтый. Если я пользуюсь желтым шампунем, то бальзам у меня розовый. Ну и, конечно, маски из этой серии тоже очень люблю. Оба идут 250 мл. Значит, умный кератин, бальзам 82-60. Волосы действительно хороши от него. Попробуйте, не пожалеете. И 82-11 у... Так, это бальзам. 82-11 у бальзама. А это у нас шампунь. Вот, 82-60. Ароматы у них, у этого розовый такой цвет и очень приятный такой нежный невесомый аромат. А вот у этого бальзама насыщенный, наоборот, аромат. Вот точно, наверное, как вот у этого спрея от двухфазного. Вот. Таким вот образом, значит... Далее, значит, с волосами мы с вами покончили. Когда-то я покупала себе депиляционные полоски. Вот, и у меня это масло осталось, как вы видите, вот прям до сюда. Масла осталось действительно много, мне его девать некуда. Посмотрела на срок, срок уже практически подошел, и оно мне просто стало не нужно, потому что я не люблю сама себе драть волосы, мне больно. Я люблю, когда ко мне приходит специалист и все сама удаляет. Поэтому я это масло просто выкидываю, потому что у него уже через пару месяцев выходит срок. Артикул 21-24, оно идет 100 мл, оно отлично справляется со своей задачей, очищающее масло после депиляции с алоэ вера. Отлично справляется, отлично убирает воск на ура, ухаживает за кожей, удаляет остатки воска и вообще приятный у него такой ароматик суперский. Вот оно удобное в применении, ароматика практически нет, такой нежный, маслянистый, сладковатый такой аромат. Вот, жалко прощаться, но что поделать. Далее, вот такая вот очищающая маска. Она была у меня в прошлых пустых баночках, но опять вот просочилась еще одна маска в эти пустые баночки. Точно такая же, 50 мл, артикул 0275. Значит, что она делает? Да, маска для лица тщательно очищает кожу от избытков кожного сала, матирует, обеспечивает ощущение свежести и гладкости, активные добавки из глубоководных водорослей предупреждают воспаление, устраняют жирный блеск, нормализуют работу сальных желез. Также питание клеток, улучшение кровоснабжения, антиоксидантная защита, восстановление барьерных функций кожи идет, усиление действия всех активных добавок также идет. И способ применения у нее очень легкий, да, то есть на очищенную кожу лица нанести маску, избегая области вокруг глаз, через 10-15 минут смыть водой теплой. Вот, она идет для жирной и комбинированной кожи. Вот ее состав. Кому интересно, можете... Так, фокусируйся. Можете поставить на паузу, подсчитать состав. Вот очень хорошо его видно. Да, такая вот масочка. Открытая 6 месяцев годна. Так, и вот это идет, называется как инновация лаборатории Faberlic. Вот таким вот образом. Она идет что-то типа... глиняной, наверное, да, то есть это идет матирование и себорегуляция. Вот как вы видите, она вот таким образом замерзает на коже, она также себя ведет на коже, как вот тут вы видите эти остаточки. Вот, и потом я ее сдабриваю спреем вот таким вот, для того, чтобы она не высосала влагу из кожи, да, чтобы ее не обезвожила. Отлично, маска хорошо справляется со своей работой.
Далее, такая вот у меня закончилась вещь. Это восстанавливающий активный спрей. Так, он идет 100 миллилитров, артикул 0256. Ну, вы знаете, он мне для всего. А я его могу носить с собой в сумочке, наносить на лицо во время всего дня. А также я могу этим спреем сдабривать маски или наносить перед нанесением маски. То есть такая вот незаменимая штука, которая помогает коже лица оставаться молодой и питает ее. То есть он идет как восстанавливающий активный спрей, который мгновенно ухаживает и защищает молодость кожи. Он обладает охлаждающим эффектом, очень легкий охлаждающий эффект, повышает тонус кожи, освежает лицо, устраняет следы усталости. Некоторые разливают этот спрей по формочки для льда, и потом этим льдом протирают лицо. Тоже очень полезно, да, сами знаете, как лед полезен для лица, с утра протереться им, да, то есть, ну, я попробовала, не люблю лед на лице, не стала так делать, но на самом деле вещь супер. Вот, три применения прямо у него есть, да. Далее, это Катюшкина серия гель-скраб-маска 3 в 1 для жирной проблемной кожи. Она глубоко очищает поры, бережно отшелушивает, выравнивает кожу, мгновенно устраняет воспаление. В составе идет масло мануки, которое в 33 раза сильнее масла чайного дерева. Также идет салициловая кислота. Долгоиграющая маска, ее хватает надолго. Ей можно также умываться 100 мл, 0,882 артикул. А вот, значит, масло мануки что делает, да, то есть обладает уникальным сочетанием противовоспалительного и успокаивающего действия, устраняет воспаление и жирный блеск, очищает, сужает поры, снимает раздражение, покраснение, зуд, не пересушивает кожу. Салициловая кислота обладает мощным отшелушивающим и антибактериальным действием, очищает кожу от загрязнений и препятствует размножению бактерий. Также тут есть комплекс Новофтема-2, который доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию, усиливает действие всех активных веществ. Его можно использовать как гель, как скраб и как маску. Мы используем очень часто именно как маску. Вот сфокусирую вам аннотацию. Значит, мы наносим влажную кожу на лица массажными движениями, тщательно смываем водой, и можно ежедневно им умываться. Скраб наносите на влажное лицо, слегка массируете, уделяя основное внимание зонам лба, носа и подбородка, и тщательно смываете водой. Вот скраб, его нельзя при воспаленных прыщиках на лице любого типа. Поэтому не скрабируйте свою кожу, если вдруг у вас где-то какой-то прыщик появился. Нельзя. Вот, применять 2-3 раза в неделю как скраб. И маска. Нанесите на лицо, ставьте на 5 минут до высыхания, затем круговыми массажными движениями тщательно смойте, применяйте 1-2 раза в неделю. Не наносить на кожу вокруг глаз. Отличная вещь. Я ее тут немножечко оставила. Да, то есть вот такая вот она масочка. Но она уже подсохла, потому что давно лежит. На самом деле у нее есть такой недостаток. Она очень жидкая, а тут она уже густая, поэтому камера вас обманывает из-за того, что да, тут идут, как вы видите, очень мелкие такие вот ворсиночки, которые даже камера-то еле улавливает, да, вот тут чуть-чуть, да, то есть они такие, очень такой щадящий скрабик, я вот его еле-еле ощущаю, если честно, этот скрабик. Вот, поэтому высыхает он тоже быстро. Ну, тут, конечно, смотря какой слой вы нанесете. Хорошая вещь, рекомендую, пользуемся давно, заказываем, чтобы не соврать, я так скажу, цатый раз. Какой цатый, не помню. 20-й, 15-й. Вот, далее давайте пробежимся по кремчикам для ножек и для ручек. Ну, конечно, было лето, и сейчас оно в разгаре. Это крем для ног, дезодорирующий, пролонгированный эффект, экстракт лотоса. Вещь классная, хорошо работает. Артикул 2158, дезодорирует на ура. Вот, это не антиперспирант, это дезодорант. То есть он дезодорирует. Крем для ног идет с эффектом дезодоранта,
тонизирует уставшие ноги и обладает длительным освежающим эффектом. Входящий в состав крема экстракт лотоса оказывает релаксирующее и антисептическое действие. Нанесите легкими массажными движениями на предварительно очищенную кожу ног для полного впитывания. Хороший кремчик. У нас есть еще один такой. Я на лето брала два. Вот он такой легонький, беленький. Да, как вы видите, полу такой просвечивающий. У него идет такой ментолово, вот какой-то ментолово абрикосовый, что ли, аромат. Не могу объяснить, но не сладкого такого абрикоса, да, то есть обычная такая вот вещь, да, то есть вот симпатично. Далее у нас с вами идет крем для рук питания смягчения, и он у нас стоит на кухне, им пользуются все, кому не лень, поэтому закончился он вообще мгновенно. Там есть вот, да, то есть все, больше нету. Он идет такой густой. И действительно, ручки с него хорошие, хорошо питаются, смягчаются. Народу у нас днем в квартире бывает много. Да, сами знаете, у нас есть у Вики нянечка, которая ее сопровождает на занятия везде, кормит ее, моет за ней посуду, поэтому крем уходит еще на нее. То есть я обеспечиваю полностью и едой, и как бы средствами по уходу за собой, если как бы что-то было там по нашей вине, да, то есть она как бы, но все равно средства для посуды, не могу сказать, что сушат руки, но все равно за ручками лучше ухаживать, она моет за Викой без перчаточек. Вот, как бы такой кремчик, у него действительно хороший такой невесомый классный аромат. Люблю, когда крем пахнет никакой свежестью. Вот никакая свежесть, я даже не знаю, как описать этот аромат. Очень легко, очень классно, не будут перебивать ни ароматы, никакие у вас, да, то есть вот такой суперский. Все, закончился. Наверное, закажу еще такой, если вдруг он мне попадется на глаза, у меня закончится крем, такой я закажу еще. Он мне понравился. Далее, крем для рук против 7 возрастных изменений. Тоже еле-еле его допользовала. Так, закончился совсем, скорее всего. Вот, угу. Нет, вот осталось еще немножко, да, то есть вот он такой беленький, классный, питательный, ложится не очень-то плотно, впитывается мгновенно на руку, мне понравился, у него есть такой, ну вот этот, наверное, аромат вербены, что ли, не очень люблю этот аромат, 75 миллилитров, артикул 0880, он идет как ежедневный уход с активным многофункциональным комплексом, да, то есть вот тут все написано. Питательный крем препятствует появлению возрастных пигментаций, смягчает кутикулу ногтей, предупреждает образование заусенец, разглаживает мелкие морщинки. Наносить крем утром и вечером, ну, я честно скажу вам, через день, ну, когда как наношу, да, если кожа сохнет, где-то я прибиралась, еще что-то, то понятно, я его нанесу. Но, если честно, то я редко его, да, вот еще смотрите, сколько осталось, но теперь уже точно закончилось, да, вот видите, встряхнула его, да, он отлично. Отличный, отличный, мне очень даже нравится. Я с удовольствием могу нанести его даже по локоть. Действие хорошее, аромат, ну, не очень. Какая-то вот, не знаю, травянистая цветочная кислятина, что ли. Не могу объяснить вот этот аромат. Не люблю его, не уважаю, но за такое действие куплю еще. Вот, вот таким вот образом. Далее, отказался у меня муж от этого дезодоранта, и у него просто он стоял, год, наверное, вышел срок. Он не любит шариковые дезодоранты, нисколько не хочет им пользоваться. Аромат суперский, классный такой, озоновый, приятный. Но все, наверное, знают, какой аромат у парфюмерной воды Vin d'Aventures. Вот, артикул 8154, как-то у меня ничего с собой не было, и я с удовольствием, с превеликим удовольствием попользовалась вот этим дезодорантом пару дней подряд, пока ждала, пока придет мой дезодорант. Хороший, надежный, нареканий никаких к нему нет, но вот все, мы смотрели, сортировали, срок закончен, и поэтому, это у меня дочка домой вернулась. Вот,
Просто срок уже вышел. Не любит муж у меня шариковые дезодоранты. Я, конечно, лучше девичьим дезодорантом попользуюсь, чем буду пользоваться, грубо говоря, мужским. Так ведь? Вот этот спрей дезодорант антиперспирант. Муж им пользовался более года. Артикул 0529. Он идет антиперспирант. Да, то есть он, ну, практически уже, как вы видите, закончился. Вот. Сильный, классный, клевый аромат. Он перешел сейчас на синий мэн. А, забыла, как называется. В общем, мэн синенький такой, да. То есть он не говорит, что тот лучше. А этот не такой, да. То есть это идет айс-эффект. А, год пользовался. Нормальный дезодорант. Можете своим мужьям заказывать. А хорошо справляется со всеми проблемами, да. Ну, вы знаете моего мужа. Моего мужа, как бы... деликатнее выразиться, да, активное потовыделение идет, особенно в жару, потому что он у меня довольно-таки крупный мужчина, и этот дезодорант с ним справлялся на ура, поэтому я прям довольна. Далее, вот, к сожалению, вот этого больше я на складе не нашла, больше не закажу, но хочу вас обрадовать, что скоро выйдет новая крутая линейка в 13-м каталоге по эксперту, я уже поразглядывала, что к чему и как будет, поэтому ждите обновления в 13-м каталоге. Уважала и очень любила химический пилинг с анокислотами. Очень любила микродембразию энзимы микропилинг. Это шаг А, это шаг Б. Артикулы говорить не буду. Еще есть третий шаг с SPF 8 крем восстанавливающий. Он у меня еще не закончился. Он может работать как самостоятельное средство. Очень понравились мне эти штуки-дрюки все. Просто великолепно. Эта альтернатива была салонной процедуре. Скоро она вновь появится. Я буду вновь пробовать. Поэтому не буду на нем заострять внимание. Но могу сказать, вещь великолепная. Кожа как попка младенца. Даже как попка новорожденного младенца. Просто лицо после применения первой, самой первой процедуры вы уже не узнаете. Да? Но от него, конечно... Если химический пилинг попадет на губы, на слизистую носа или, не дай бог, на века, вас будет щипать. Это довольно мощная процедура, после которой нельзя было выходить даже 12 часов на прямые солнечные лучи, даже с кремом SPF-фактором. То есть очень глубокая, хорошая чистка, просто великолепная была. Вот, ну, теперь ждем новинки. Далее, закончилось жидкое мыло для рук, увлажнение, смягчение, алоэ вера, алатеин, депантенол, очень нравится, артикул 2138, есть еще, закончится, буду заказывать еще, на самом деле не сушит руки, хорошо пенится, большой объем, оно недорогое, вот я вам сфокусирую и состав, и все, действительно нежное, приятный аромат такой, нейтральный пахнет, аромат алоэ, не могу сказать, что я от него без ума, но он мне и не противен, то есть отличная мыльца, удобная, с дозатором, да, идет, просто никаких нареканий к нему нету. Далее уже закончилась, да, вот такая у меня штучка, уже полностью вся пересохла, вот, это хорошая вещь, особенно для дороги, комплексное средство по уходу за кутикулой, артикул 7431, да, тут идет полностью способ применения, что делать, состав и так далее, да, то есть, о чем говорится, да, то есть, сначала вы отодвигаете кутикулку, у меня недавно был маникюр, мне даже нечего срезать, да, получается, вот, отодвигаете кутикулку, потом вы срезаете таким вот образом, да, вот, смотрите-ка, что-то нашла, а потом, когда вы срежете, я уже не буду это делать, потому что дочка у меня им порисовала, подумала, что это рисовалка, но слава богу, что она не это открыла. Да, то есть таким вот образом потом промакиваете. Очень хорошая штучка, там в составе идет, там идет какое-то ухаживающее масло. И в итоге у вас получается, если у вас есть с собой любой антисептик, пусть даже обычный хлордексидин, то вы можете легко сделать данную процедуру даже где-то в дороге, и много места она не занимает, она легкая. У вас всегда будут ухоженные ручки, ухоженные пальчики. Я очень люблю ухоженные ноготочки, чтобы у меня никаких заусенец не было. Если у меня ногти после маникюра отрастают, я, если честно, нервничаю. Да? То есть, может быть, у меня привычка уже такая.
Далее закончилась у нас суперская тушь Flay Lashes, артикул 5327. Она идет что-то типа накладных ресниц. Ее можно наносить слой на слой. Кисточка уже полностью высохла. Я не знаю, сколько времени она у меня была. Ой, ну, хватило мне ее, наверное, месяца на два. Отлично наносит. У нее есть для кого-то недостаток, для кого-то плюс. Она не делает ресницы угольно-черными, но вот эту тушь я ее полюбила от души. И ее полюбили от души многие. Это одна из стоящих тушей в компании Faberlic, которую стоит попробовать, которая вам понравится. Это молодежная линейка от Марии Вэй, без всяких ухаживающих компонентов, а значит недорогая, очень бюджетная. 5327 артикул, она не угольно-черная. Вы не добьетесь черного угольного взгляда. Она идет с такой, как бы такая серо-черная, я бы так сказала. Но совсем не черная. Далее, гель очищающий для... я вам говорила, не говорила, ее можно слой на слой наслаивать, сколько вам угодно слоев, она не комкуется. Вот это вот забыла сказать. Очень классная штука. Новое средство, только закончилось, да, как вы знаете, недавно вышло средство вместо того, это лимон, да, а там было обычное простое. Значит, оно эффективно, написано в 5 в одном против известкового налета, ржавчин, неприятных запахов, повторных загрязнений и труднодоступных мест. Да, у него есть носик, оно очень удобное. Я думаю, что оно закончилось вообще у меня. Нет, да, вот оно такое идет, водянистое, пахнет таким горьким лимоном, да, потому что все равно все-таки это от туалета средство. Артикул 112.92. Идет как гель очищающий 5 в 1. Это не гель, это что-то типа водички, честно скажу. А способ применения... вот вся линейка, наверное, вот это вот и вот это, и для духовок и плит, она для ленивых людей, потому что мы нанесли, ушли, забыли, пришли, дернули. Вот честное слово, если вы хотя бы раз в два дня наносите это средство на унитаз, то у вас не будет проблем, да, то есть вообще как бы с уходом. Мне понравилось это средство, и когда мы переезжали в новую квартиру, именно это средство туалета спасло старый унитаз, пока мы его не поменяли, пока переезжали туда-сюда, мы почему-то не установили до переезда его. А, мы торопились, думали, дочку в садик возьмут, ага, не тут-то было, никто нас не взял, хотя обещали. Вот, и я увидела там очень желтый, нехороший был унитаз, особенно внутри от воды. Я нанесла этот гель просто... И мы уехали домой за очередной партией мебель, там у нас посуда, еще что-то там оставалось, да, когда переезжали. И потом я приезжаю и специально посмотрела, у меня белоснежный унитаз. И я действительно была удивлена, потому что после первого применения даже вот это... Самая бяка, вот эта вот желтизна, неизвестно, сколько лет она там стояла, все было удалено, поэтому это средство я люблю, уважаю, вам рекомендую, мне оно нравится. То же самое средство для ванной комнаты, не советую этим средством мыть что-то с металлической поверхностью, оно просто от него почернеет. Артикул 112.20, у него также еще есть антибактериальный эффект. Вот, применять можно только на кислоустойчивых покрытий и эмалей. Вот, это очень важно, потому что я испортила мойку из нержавеющей стали. Конечно, потихоньку это все затерлось, замылось, забылось, пятна удалились, но не повторяйте мои ошибки. Оно идет только для, я так понимаю, для керамики, да, то есть вот что-то такое вот. Это средство рекомендовано для очищения плитки, кафеля, раковин, смесителей, кранов, ванн, душевых кабин, эмалированных поверхностей. Вот, в основе формулы новое сильнейшее
Биоразлагаемая кислота, которая обеспечивает отличную моющую способность и эффективное удаление различного вида загрязнений без сколов и царапин. И дополнительные компоненты формулы устраняют неприятный запах и защищают поверхности, замедляя повторное осаждение отложений и не содержит абразивных компонентов хлора и фосфатов. Да, то есть это безфосфатная линейка, полностью вся, и порошки, и все. Далее. Вот такие вот два средства. Концентрированное средство для мытья посуды «Эвкалипт». Мне не понравился его мятный аромат. Оно идет 0+, да, то есть подходит даже для мытья новорожденных детей. Содержит антибактериальные компоненты. Я из этого купила. Не впечатлил меня аромат нисколько. Не знаю, буду ли я еще его покупать. Но антибактериальный эффект мне, конечно, подкупает. Подкупает, но запах совсем нисколько не подкупает. Вот я вам сконцентрировала, что с ним можно делать. Он идет концентрированный, его надо разводить, но я не развожу. Честно скажу, разводить мне лень. Вот. Далее, значит, вот у него идет состав, условия хранения. Тут вот есть то, что это средство тоже биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде. Оно идет 500 мл. Вот, но его можно разводить 1 к 4. Это получается 2 литра, но не советую. Оно очень плохо будет пениться 1 к 4, как написано в инструкции. Лучше его разводить 1 к 1 или вообще не разводить. Ну, это на мой взгляд. Далее, ультракондиционер для белья с аромакапсулами, тоже мне очень понравился. Он, как вы видите, идет, по-моему, не концентрированный, да? Нет, да, не концентрированный. Вот что он делает: он смягчает белье, облегчает процесс глажки, придает белью нежный цветочный аромат. Ну, в принципе, для чего и нужен кондиционер. Артикул 110031, супер вещь, супер аромат, я его обожаю. Это просто цветочки. Нежные, классные цветочки. Особенно, когда гладишь, такой аромат в комнате бывает. Вешаешь, такой аромат на балконе. Просто хочется там стоять, смотреть из окна и кайфовать. Вот честное слово, люблю, очень люблю. Еще фиалковый люблю, но он еще только начат, еще не закончился. Далее, как вы видите, у меня есть два водных спрея-освежителя. Оба классные ароматы, оба суперские ароматы. Один 250 мл, другой 345 мл, артикул 112-26, а это 250 мл, артикул 113-28. Эти спреи я использую часто, они работают отлично. Но вот вы знаете, тут у нас откуда-то шел резкий дым, запах дыма, и я не могу сказать, что он с запахом дыма отлично справился, но дым валил сильно, вот, и пришлось прямо раза три, наверное, после закрытых окон орошать прямо все-все-все кругом вот этими спреями. Вот какой-то дом у нас рядом горел, такая чернота была в квартире, вот, он не справился прям на ура, но у меня еще, знаете, какое подозрение, может быть, этот дым шел просто мимо наших окон и как-то через щели просачивался, поэтому все-таки аромат этого дыма стоял. Вот, какое-то там старое здание у нас подожгли под окнами, нежилое, двухэтажное, то ли бомжи там что-то, то ли подростки там что-то делали, кто-то может специально, чтобы место удешевить, не знаю, но дым как раз пошел именно к нам. Вот, отлично справляется в туалете, на кухне от сигаретного дыма, то есть от всего, что вы захотите, он от всего избавится, кроме резкого запаха горелых бревен. Да, то есть у нас подожгли где-то вот недавно бревна. Ну и последнее, спасибо за внимание вам, дорогие коллеги, это влажные салфетки универсальные с антибактериальным эффектом, 40 штучек, артикул 111-27, мои любимые. Люблю их, уважаю, мне они подходят для всего, особенно когда я начинаю свой рабочий день с утра, они у меня для того, чтобы я протерла мышку, протерла клавиатуру и для того, чтобы я могла потом, ну, в чистоте работать. Нравится, нравится, суперская вещь. Ну что ж, дорогие коллеги, дорогие зрители видео,
Много новинок накопила, больше накопить столько не буду, честное слово, не буду. Сама устала про все рассказывать, а как вы понимаете, рассказать чуть-чуть и маленько, как-то вот не хочется маленько рассказывать, хочется рассказать поподробнее. Поэтому сейчас я буду копить, допустим, 10 баночек и все, и буду снимать видео. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Куннова Аня и проект Фаберлик Онлайн.